Всем привет! Я нахожусь в Амстердаме на нашем проекте. И сегодня еще одна замечательная новость. Сегодня выходной день. И сегодня выходной день свой мы решили провести таким образом. Почему? Потому что если будем внимательны, то у нас в Амстердаме выпал первый снежок. Не то чтобы это большая проблема, но в Амстердаме каждый день льет дождь. А сейчас у нас уже для местных мерок большая температура, это минус 4, минус 5. И сегодня у нас день, когда у нас плюс 2, светит солнце, а ночью у нас будет плюс 4. И в ближайшие 2 дня у нас будет плюс 2 градуса. То есть у нас будет фактически 4 дня для того, чтобы наш декор хорошо затвердел и устоялся. Когда делаешь фасады, надо быть очень осторожным, потому что это финишная работа, нанесение декора, и здесь ошибок не может быть. Предположим, если утром у нас была роса, декор наносить нельзя, он обязательно упадет в течение 2 лет. Если у нас фасад идеально сухой, а впереди в ночь у нас будет легкий морозец или 0 градус, этот декор не будет стоять больше 3 лет. Надо выбрать именно идеальную температуру. И мы эту температуру идеальную по влажности, по циклу высыхания ждали практически 2 недели. И вот сейчас тот идеальный день, правда, он пришелся на выходной, ну, тем лучше. Зато в понедельник мы будем действительно радоваться, а не мучиться и еще ждать долгие недели. Сейчас приходится буквально драться за погоду. Вот каким образом это все происходит, хочу вам продемонстрировать. 2 романа. Видите, светит солнышко. Фасад у нас прогрунтован и идеально сухой. Причем они перестраховались и накрыли сверху тент. И если мы будем еще внимательнее, внизу. А зачем это делается? Мы уверены, что по прогнозу не будет дождя. А если пойдет дождь, а у нас нанесен декор, будут большие проблемы. Поэтому береженого Бог бережет, а мы перестрахуемся. Это не такие большие затраты, зато у нас будет здоровый сон. Вот та баночка церезита готового декора, привезенного из Латвии. И вот фасадчик его легким движением руки наносит, а потом затирает под творожочек. Есть определенные нюансы этой работы. Если фасадчик начал свою работу, он не должен останавливаться. То есть он начал ее на первом этаже и должен закончить наверху. Или, как в нашем случае, сверху вниз. Если же он вздумает остановиться, пойти покушать или просто устал, то мы получим холодный шок. Мы не получим идеального фасада. В Амстердаме идеальные фасады – это вообще нонсенс. Если мы посмотрим на все фасады, они ужасные, убогие. Но наш фасад будет фасад номер 1. Так пожелал клиент, чтобы его дом был номер 1. И у него он будет. Фасад точно. Как можем видеть, еще мы смонтировали окна. Сейчас они у нас защищены, чтобы не испачкать. И еще интересная новость. Вчера мы поставили окна, и у нас уже 2 новых заказа. Соседи рядом захотели точно такие же окна. И сосед через улицу, его привела жена и сказала, я хочу такие окна. Так что разработка наших технологов нового амстердамского варианта окна пришлась как нельзя кстати для местных. Единственное, конечно, они должны пройти какое-то испытание, чтобы мы точно убедились, что никаких ошибок не было. Поскольку это индивидуальный заказ, они разработаны в единственном варианте. Ну, тут все возможно. Они не прошли такую обкатку в несколько лет. Но сейчас о фасаде. Он старается это делать максимально быстро, потому что он также максимально быстро высыхает. После того, как долго находишься в каком-то такой прострации и не видно ни конца, ни края,
когда ты видишь готовый финиш, душа начинает радоваться, ты понимаешь, что вот, вот тот продукт, ради которого я здесь долгие 5 месяцев мучаюсь, и вот это моя профессия, за нее мне не стыдно. В данном случае это окна и фасад. Хотел поделиться с вами своей радостью.